Мы проделали очень большую работу по подготовке трассы там, в ноябре, в декабре. И в конце декабря мы были практически готовы принимать уже соревнования. Но морозы и снегопад вот этот неожиданный нам, в общем, так немножко подпортил настроение. Нам пришлось, например, на МИД пришлось переделывать трассу, потому что речка Лососинка разлилась не только у стадиона «Юность», а она разлилась в разных совсем непонятных местах. И даже не только речка Лососинка, у нас там, например, через какой-то маленький ручеечек проходит трасса, он разлился. То есть нам вот это вот все приходится, ну, как-то мобильно очень действовать и все стараться переделывать.